Всем привет, доброе утро. Сегодня понедельник, поставила компот варить. Дождя нет, как обещали с утра, вроде как с обеда, но парит. Парит и заметно, четко, что дождь таки будет. И небо такое натягивает, но не сильно. В общем, на пляж мы не пошли. Я теперь думаю, если будет дождь и такая прохлада сегодня, может мотнуться сейчас с Викторией на рынок, купить огурцов и сделать немножко консервации. Вот, пока погода, так сказать, дает это сделать. Потому что в духоту консервация это очень... Не, ну, делали, конечно, мы, но есть возможность не так мучительно это все делать. Поэтому сейчас рассматриваю вариант рынка. Ну, посмотрим. Ну, такой упадок сил. То ли из-за духоты. Я прям с утра встала и не могу себя в кучку собрать. Вот. Ничего не болит. Все нормально. Просто вялость, слабость какая-то. Аж до головокружения. Ничего. Надо разыто. Смотрю, ветерочек. Да, ну, сейчас так и сделаем. Пойдем на рынок. Идем мы все-таки с Викой на рынок. Вика поддержала мою идею. Вика оделась красивенько, мне нравится. Красулечка моя. Я говорит, мама, заплети мне колоски, как раньше. Я ей плетала. Оно было классно. Я ей французскую делала. Ну, когда у нее были вот такие длинные волосы. Очень было красиво. И сейчас она захотела эти колоски. Они такие коротенькие торчунчики теперь. И она говорит, мам, не обидишься, если я их расплету? И помою голову, говорю, конечно, не обижусь. Но сам факт. А мне нравится, ты такая какая-то детеныш. Мне нравится? С длинными лучше, конечно, они смотрятся, так они торчат. Волос достаточно густой, плотный, косички плотные, они такие торчуны. А французские не получится, потому что у тебя короткие, там же растяжку надо делать. Иди смывай, все, и собираемся на рынок. Мы вышли. Огурцам сегодня быть консервированным. Не, я, кстати, хоть успокоюсь. Я это, закрою хотя бы килограмм 10. И уже я буду спокойнее. Даже если потом не получится еще, то уже хоть что-то будет. Ой, надо камеру протереть. Смотри, сегодня понедельник. Кстати, мы на рынке уже. И этот огурцы будем в магазине брать дешевле, опять-таки. Точно такие же, только так что возьмем здесь фрукты и домой. И зелень. А почем зелень на консервацию? Какая зелень? На консервацию. А, по 10 и по 15 там. Понятно. В общем, не купили мы с Викой огурцов, но мы купили вон там крышки, фрукты, там черешни. Такую сгущенку купили не по списку. Ты что не по списку? Я просто думаю, может блинов нажарить. Короче. Так надо, там молоко кислое. Я его вылила. Там, там очень, очень, там очень мало его. Очень. Оно по пакету развескалось. То кефира возьмем, дось. Ты обиделась? Ну, сейчас купим кефир, будут тебе блинчики. Вот вредно. Так, стоим. В общем, сейчас вызовем Назара. Мы подумали с огурцами. В магазине получается дешевле. В два раза почти. Поэтому купим в моле. Назару сейчас отдадим пакет. И он выйдет на остановку, заберет. А сами пойдем еще в магазин. Купили мы огурцы в магазине. В моле у нас. Хорошо, что Назар забрал те два пакета. Бо мы бы не дотащили. Так, значит, огурцы вытягиваю. Я сейчас уже тазик приготовила. Я их сначала замачиваю где-то на час. Ну, они так вроде как чуть плотнее тогда становятся. Вот, и потом консервирую. То я сейчас покушаем с Викой, потом приготовлю банки, потом замочу огурцы. Так, дальше. Ой, сахар взяла, муку взяла. Захотели эти блины, захотели тонкие. Взяли же сгущенку на рынке, то это кефир на блины. Дальше огурцы, вот. Огурцы такие средние, нормальные. В принципе, есть от вот таких где-то и до таких. Отлично. Я такие, в принципе, и консервирую. Сейчас их сыплю. Так, что еще мы купили? То есть пакетики эти собери. Спасибо. Так, взяли хлеб. Ой, что-то упало, Дося. Так,
булки купили в магазине. Хлеб у нас просто вообще хлеба нету. Вот такой какой-то с кунжутом. Это бородинский черный, я такой люблю. Перчик огонек тоже на консервацию. Сахар, бо у меня на огурцы много сахара идет. Молоко закончилось, взяли. Дальше. Взяла крышки. Не нашла крышки. Точно знаю, что были. Где я их при переезде засунула. Не знаю, в чем купила. Именно такие, которые ключом закатываются, есть. А вот эти у меня много банок закручиваются. 1,5-литровые. И я в них огурцы делаю. Мне поэтому купила. А, хорошо. Так. Потом, что мы взяли с Викой здесь? У нас здесь у нас... Ага, кинзу взяли и мяту взяли. Ой, руккола, господи. Руккола взяли и мяту. Мяту хотим такое, мохито делать. Освежающее. Сходишь, только лимон купишь еще. Лимон мы не купили. Так, ну да, и этот. Потом взяли персиков, немножко такого фруктов набрали. Кукурузу купили. Тоже еще не брали в этом году. Решили купить. Так, что еще? Ой. Ой-ой-ой. Так, это на консервацию. Я таких два пучка взяла. Он даже если присохнет, это вся зелень, она все равно я пользуюсь. Взяла на пробу тоже на консервацию. Мне посоветовали там на рынке корешки хрена. Именно корешки. Листья то само собой, еще чуть по чуть-чуть. Говорят, что более твердее огурчики, хрумстящие тогда. Ну попробую, вкус типа другой. Я несколько банок сделаю на пробу и подпишу. Потом узнаю вместе с вами, как оно. Потом купили мы тут черешню. Вот. Ой, выпало. Тоже. Ну и сгущенка. Все, вот такой у нас глобальный закуп. Вместе с огурцами. Огурцы сейчас в стадик пересыплю, я все равно замачиваю их не мытые, а мою уже потом. Это конечно, не мохито, но очень вкусно. Все, что здесь с мохито, это мята. Мята, лед, вода и сахара ложечка. Вкусно, ребята. Жажду убираю. Я уже второй стакан себе делаю. Калачу. Очень классно. Такой легкий. Если нечего сделать мохито, очень похоже. Можно сделать вот так. Вода, мята, сахар, лимонный сок, лед. Все. Так, ну что, у меня уже подготовлены пока 10 банок. Здесь перец, огонек и зелень, листья смородины, укроп, хрен, корень хрена по чуть-чуть кинула. И что еще? Еще какие-то листья. Не помню, в общем. Я думаю, зелень это уже такое. Каждый, что какую хочет, такую кидает. Главное, рассол, ну, кто какой любит. Я сегодня поделюсь своим рассолом. Это огурцы, которые я консервирую только по этому рецепту. Во-первых, быстро, легко, и во-вторых, очень вкусные. Мои оливье любят именно с такими огурцами. Даже когда-то кум ел оливье и спросил: кума, у тебя есть огурцы с этого оливье? Говорю, есть, а можно их на стол? Это какой-то праздник был, уже не помню. Он прям услышал вкус огурца и попросил, чтобы я нарезала отдельно огурцы. Ну, достала. Так что вот так, они правда очень вкусные. Все, сейчас буду огурцы сейчас замочены, еще помокнут немножко и буду уже закладывать в банки. Плиту помыла, и тут у меня эти кукурузка варится. Также намыла черешню и нектарин детям. Да и себе тоже. Часть огурцов я уже помыла. Сейчас покажу, как накладываю. Когда-то мне одна женщина... Это надо убрать. Вот. Это мамина подруга. Она повар-кондитер по образованию. Работала много лет в садике. И она мне когда-то подсказала и научила,
как упаковывать в банки огурцы, чтобы было удобно, больше влезло. Значит, вот так, даже если это трехлитровый, первые ложатся вот так, банка ставится, мне одной рукой просто неудобно. И они выставляются все вот таким вот образом. Вот так вот. Раз, раз, ставятся как бы вот так вот. И так рядочек. Если это трехлитровая банка, то тогда станет два таких вот, как в ряд. Раз, раз, раз их туда. А сверху уже те, которые поменьше, доупаковываются как бы. Я с тех пор, правда, это так удобно, так всегда вечно накидываешь их, там формируешь как-то. А это хоп-хоп вот так вот. Понапихал туда. И вот посередине можно такой побольше, толстенький. Где найти толстенький? Толстенький. Вот, вот. И вот так вот. Все, и сверху уже докладываю лежа, поменьше которые. Все, заполнила банки огурцами, и вот столько осталось. В принципе, тут либо на одну банку еще, но Вика просит оставить кушать. А у нас нет в холодильнике? Сейчас посмотрим. А, ну да, тут 3-4 огурца. 4 огурца есть. Правда, такие вяленькие. Ладно, оставлю. Оставлю кушать, значит, немножко еще. Хотела еще... Может, хоть чуть-чуть малосольных сделать? Вот, приготовила под малосольные. Здесь хрен, укроп, пару зонтиков. И чесночок 2 зубчика порезала, положила. Сейчас укладываю, залью на 1 литр воды, 50 грамм соли и холодной водой. Я знаю, что если хочется быстро, чтобы малосольные были, то льют горячую воду. Но я так не хочу, поэтому сейчас, наверное, те, которые типа свежее, я оставлю 5 штук, а те положу, те, что давнее. Наконец-то, по-моему, мы дождались дождя. Сейчас там такое темное небо. Да надо с моей стороны смотреть, там не видно, мам. Ну видно, вон. Не, не видно. Вон ползет туча. Идем ко мне. Да ладно, там сейчас. Пока я тут. Так, серый там ужинает. Раздетый. Мы все ходим раздетые, ребята. Это просто. Сейчас ливанет дождь, аж потемнело. И будет хорошо. А я воду уже кипячу на огурцы. Вика побежала в магазин, чего-то купит. Что там, ужас, да? Там. Сунзара, посмотрим. Туда. Боже, скорее бы Вика вернулась, чтобы не попала под эту грозу. А мне сегодня прям сон снился, что аж деревья вырывало. Представляешь, ты поля, а потом твой крик, ты вроде был шел с магазина. Вот прям как сейчас, только наоборот. А мне приснилось, что балкон у меня обвалился. Боже мой. Да, ребята, красиво, да, такое злое небо. Но там конкретно темное ползет. А с той стороны светленько над Днепром еще пока. А сейчас начнется. Наконец-то, боже, аж прохладно, так хорошо. Ой, прелесть. Ты лучика кормишь? Ну да, больше всего. Боже, как темно, 6 часов вечера. Как будто бы это, ночь уже. Где-то Вика, я сейчас теперь нервничаю. Где моя дочечка? Мне надо, чтобы все были дома. Кстати, огурцы вот замалосолила. Вот они стоят. Красавчики мои. Боже, хоть бы успела прибежать. Все, Вика дома, я спокойна. Что там, начинается ветрюганище, да, сынок? Ну, там вообще прям такой ветер, деревья сквозь. Ну, не сделаю сейчас сквозняк даже, потому что все хлопает. Было бы классно. Так, ладно, мне огурцы заливать надо. Заливаю 2 раза, сейчас только первый раз заливаю. Потом еще раз и третий раз уже покажу. Я засыпаю соль, сахар, уксус прямо в банке, от чего мне и нравится этот рецепт.
Кому интересно, я скажу, что, сколько, на какой литраж. У меня рецепт на 3-литровую банку, но так как это 1,5-литровая, то я ровно пополам делю по рецепту ингредиенты и закидываю. Что началось-то? Вот здесь буду закатку складывать на окне. Так, закрываем. Такой ужас. Просто ужас, стена. А на балкон не сильно заливает, спасибо виноградику. Видишь, косой дождь, вот так. Там посмотри, что творится на крыше дождь. Жуть. Мы сейчас огурцы закрою, и у нас катрусинки на зал. Давно мы с семьей ничего не смотрели. Вика с Сережей выбирают фильм. А, уже выбрали? Погремело далеко, у нас тут не гремело. Да капец, дождяра такой серьезный. Но на видео так не видно. Да? Да, в жизни сильнее. В жизни, да. Аж туман такое впечатление, да? Да, стеной стоит. Угу. Так рука сейчас будет мокрая очень сильно. Он мелкий, кстати, не крупный. Не круг. Ой, это не град? Нет. И ветер в разные стороны, посмотрите, да, тучи понесет везде. Да. Папа говорил, от Днепра уходят тучи, сейчас уже и к Днепру все темное, оно туда-сюда, в общем, это обложено. Ой, сейчас будет бахкать, я боюсь, когда бегаю. Да, это просто звук дойдет туда. А, звука вообще не страшна звука. Сама молния, да. Не, когда гремит. Она, когда все. Звук, когда звук к нам аж доходит через какое-то время. Понял, поняла. Ну, мне тут безопасней. Я, пожалуй, буду... Так, огурцы у меня... Освобождаю этот подоконник. Я думала на полу здесь вымостить плеты и накрыть банки. А теперь подумала, что они у меня прекрасно на подоконнике встанут. И туда я сейчас их и определю, когда уже закрою. Пока стоят. Первый залив. Сейчас чуть-чуть еще. Пять минут. Так я же еще огурцы не закончила. Мне еще полчаса где-то. У нас вся семья скопилась на балконе. Мы стоим здесь и балдеем, потому что в квартире душно, а здесь просто кайфово. Люди мокрые бегут. Люди мокрые бегут, да. Все довольны. Все тут. Вот то кайфово, боже, без зонтов. Ой, моя нянька испугалась. Но оно неприятно. Все равно под дождем. Думаешь, они только тут появились, но уже давно, наверное, идут. Ну да. Не, ну может где-то под крышей постояли. Так, ладно, я сейчас уже второй раз буду огурцы заливать. Ой, сюда заходишь и духота еще, плита. Так, что за... Нашли кинокомедию. Сейчас мне осталось еще раз залить и замариновать, и все. Я же попросила полчасика. Фокус? Будем смотреть фокус. Хорошо. Оп. Ой, мои зайцы дуркуют. А разве это большая пачка? Да. По-моему, это средняя. Ну, большая, сильно жирная, по-моему, вообще самая большая. Ну да. Так это средняя. Я уже залила второй раз кипятком огурцы, а Вика делает нам мохито к фильму. А здесь у нас уже готовы тарелочки. Посередине будет баночка с мохито. Там льда достаточно? Где? В морозилке. Там еще нет льда. Не, в морозилке ты не смотрела? Да. Ой, будет ну, вкусно. Ну, справится холодильника, будет точно. Нормально будет, да. Так, а я уже сейчас минут 15 постоят огурцы, сливаю. И все, и уже я буду их закрывать. И все. Вон там я уже... А, я показывала, приготовила, куда их ставить. И пледик, чтобы их накрыть. Красота. Ну да. Капец. Можешь...
мамой параллельно разговариваю. Угу, тогда. Угу. Кошмар. Так, а цей, дочь, понюхай, запах мятки есть? Да есть. Немало ее там? Все, ребят, слила я уже вторую воду. Сейчас буду уже засыпать соль, сахар, уксус. Сейчас вам расскажу рецепт. Значит, прямо в банку сыплю. На 1,5-литровую банку огурцов я добавляю 50 грамм соли, 100 грамм сахара и 100 грамм уксуса 9%. Если уксус 6%, тогда 150 грамм. Засыпаю, заливаю уксус, вода закипит. Заливаю воду и закручиваю. Ну, если закатывающиеся банки, то закрываю. Ну, точно так же закатываю. Я люблю просто вот эти, которые закручиваются. Они быстро, легко и без мороки. Но у меня их немного, поэтому эти огурцы будут так. А дальше у меня уже пойдут банки, потому что я еще хочу столько же закрыть, чтобы огурцов было побольше. Вот так, ребят, все позасыпала. Соль, сахар, уксус залила. Вон. Там все это. Сейчас закипела вода, заливаю, закручиваю, переворачиваю и накрываю. Все, у меня консервация готова. Все, я закончила. Сейчас все это дело укутываю. Ой, я же на душе спокойно. Уже даже вдруг, если не получится закрыть, то хоть что-то оно есть. Но я рассчитываю еще столько же закрыть. Теперь вот так вот накрываю все это дело. Так вот, и все. И до завтра пусть стоит. Так. 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 Я счастлива. Все, пошла к семье смотреть фильм, потом расскажу вам, как кино. И компот есть. И... Ой, так, включаюсь, Сережа разговаривает. Компот есть, что пить, голова болит. Капец. О, я сок томатный допью. А, пей, конечно. Так, хочу сказать всем пока. Посмотрели мы фильм. Из 10 баллов могу поставить 12. 8. Или 9 даже. Не, хороший фильм. Мне понравился. Затянут, ну, немножко он... Не то, что затянут. Не, ну, динамичный. Есть моментами затянутый. Да. Ну, такой, с развязкой. С развязкой интересной. Неожиданно. Из завязкой, да. Вот, мы сейчас падаем еще втроем, еще один фильм посмотрим, но я уже говорю всем пока, потому что я могу заснуть. Как простая просьба? Боже, как голова болит. Уже таблетку выпила, может попить. Из-за дождя, наверное. Из-за давления. Давление, да. Хотя я не страдаю давлением. Я здоровая, как кобыла. Вроде бы как. Все, ребятки, всем пока, всех люблю, обнимаю, целую, пока-пока. А Вика черешни ест. Угу. Не обнимает и не целует никого. Не обнимает и не целует никого. Не, она обнимает и целует мою бусечку. Но обманывает. Шутница моя. Все, пока.